Сначала я сделала на Fake Love хореографию версию. Я же смотрела специально, чтобы сделать реакцию. Классно это придумали. Так, вы с Таней ходёшь такая. Вот с вами классно, мне нравится. Ну, я так выбегаю, это было. Парни были там в капюшонах, где-то в черной одежде, короче, да? В масках, да, в масках. Но да, клип. Режиссерская версия, да? Типа такого, наверное, короче. Что это такое? Это у этих Burning Up был. Помнишь, как стоит эта версия? Ну там особо какой-то разницы. Да у них просто один, одна. Стоит версия. И больше не было, да? Ну, сначала уже отличается. Да. Видимо, тут больше, более расширено. Ой, это же шикарно, господи! Мне нравится освещение в этих сценах. Такие теплые. Вот цветочек, который был. Как фильм, да, смотрели? Ага. Боже, чем такую красоту? О! Теперь звучание другое. Звучание гитара? Гитара, да. Да. О, мне это больше нравится. Да, слишком шумная. Вау. Блин, так это балет был? Ну, в смысле, балет это студия. Это более драматично, нет? Да, вот такой. Как он это выдержал? Это же... Это правда так сняли? Вы устрели? Да. Это же опасно. Может, ему в глаз что-то попало? Слышишь? Извини, что это барабан. Рок. Да, рок. Рок-версия.
Страшно. Мне это нравится, ты вот так вот что-то делаешь, и камера так отъезжает. Когда это построили? Когда они это сделали? Они специально построили, и потом на камеру вообще это лезет, это круто. Шикарно, господи, все надо скачать. А, это где? Алло, водопад. А может, кто что-то добавил? Мне кажется, что в такой версии лучше слышно голоса. Да. Она не перекрывает, да? Да, не перекрывает. Да это так шумно было. Я засмотрю на все это и вспоминаю экспо. Эти разные прикольные ванилоны. Да, прям... Энергия будет. Энергия будет. Это пяти. Классно. Это же природа, да? Ага. И звуки.
Семи? Тоже классно. Походником. Да, вот этот монстр. Да. А тот кто был тогда? Красный. Кто-то в этот момент. Вот это вообще классно. Типа крылья по ним вот это получилось. Так, сейчас отправим. Сейчас отправим. Это же DNA. DNA, но только большая. Да, и только они остались. Редмонстр, Чонгук. А, классно. Это классно. Вот, с капюшоне. Он белый. Чепки, это не... Красный, да. А вот это Джейхо, по-моему, нет? Джейхо. Значит, это был тот, где мы первый раз подумали, что это Редмон, это Джейхо. Первый же Джейхо. А, точно. Это Джин, да. О. DNA? DNA. Это Джин. Ой, вот. Сейчас мы по походке. Хобби, вот. Белые ветки пихет. Мне кажется, вон тот Дракмон, нет? А чего мои дымчики худеют? Не худейте! Ты выбираешь не тех ребят. Ну всё, вначале, он как этот, как Джейсон был вначале, у него тоже такие руки были, на короче, нужно как будет. Булочка. Не худейте. Вау. Если поменяешь вес, то они обратно. Это здесь нет только танцы получается? Кто это говорил? Типа танец маленьких утят похоже, я не помню, кто это говорил. По работе. Вот это классно. Вот это классно. Это Намджун? Намджун, да. Намджун, да. Они позволили его запустить. Джин! Сагдини! Его король жест. Да. Вот тут я несколько раз видела, Чимин и Намджун не могли руками сцепиться. Yeah. Ага. На ком-то выступление было. All that today. Эффектно смотрится. Прям много на вас хочется. Хобби! Знаете, что вспоминаю? Биг Бен. Биг Бен же тоже любят, чтобы было много на зрелищно. Они где-то выступали с этим танцем? Ну вот на этом. Блин, классно, они как стена, и они ее разрушают. Я слышу, как дышит Хобби. Могут революции какой-то зовет людей. Везде синхрон. Везде. Вы не работаете сегодня? Не сегодня мы будем работать. Сегодня убираться, не сегодня. Вот же танцоры у них, да? Их такая толпа, и они тоже все синхронные. Крутые танцоры. Очень классно. На Юнити же кто-то был из танцоров, да? Несмотря на то, что это уже как бы старые песни, и они очень много раз танцевали этот танец, они все равно выкладываются по полной, прям по полной. А то ведь многие же как бы на расслабоне, ну вы знаете эту песню, они уже знали ее, да, а они прям нет, прям вот. Как они влезли все в эту студию, такая огромная студия, да? Либо они просто очень близко спрятаются. Вот здесь сбоку прям есть стенка, они так там тесно.
прикольно, там вообще там. Наконец-то я могу это увидеть. Как там реально. А что это такое? Это типа танк? Да, типа оружие на мне. Да, это так. Свидели к этому, они прям вот это завидели, она очень просто делают. Там вообще как офигенно сделано. Он же там еще этот, кувыркать скажет. Да, я прям помню. Вот это самый классный момент. Это очень классно. Там вот эти вот потанцоры же все стоят, когда там типа крыльев что-то должно образовываться. Mm-hmm. Но там съемка была спереди, этого не было видно. Mm-hmm. Это было такая стоимость. Сверху снимали, было классно. Mm-hmm. Пока. Это было круто. Было круто. Ну, еще другого мы не ожидали. Да. Они просто крыльев, да, классно.